Здравствуйте, дорогие друзья. Такая вот у меня сегодня локация. В Новосибирске третий день, ясно. Вот так это чудесно выглядит. Два дня был прям сильный мороз, сегодня потеплело. Что-то есть какое-то подозрение, что завтра, послезавтра опять снег может пойти. Но пока небо совершенно чистое. Ну и надо сказать, что как-то у нас тут дороги, тропинки прикатали, кое-где убрали. В принципе, в общем, снегом нас не совсем заваливает, как это бывает. А мы с вами сегодня поговорим вот о таком вот ножике. Только что с почты буквально такой замечательный ножик из Китая. Вайстарт. Будет обязательно на канале обзор. Вот, посмотрите, как бы, собственно говоря, вот так выглядит недорогой нож относительно классической конструкции. Китайский. Вот. Небольшой размер. Должен сказать, что, кстати, для своей цены нож сделан, конечно, в общем, вполне нормально. Вот. Единственное, что, пожалуй, так если по-крупному говорить, он, знаете, вот ввиду того, что постоянно имею дело с ножами, где над их конструкцией морочаются, в отличие от этого ножа, достаточно сильно, то, конечно, он ощущается таким тяжеловатым. Лайнеры из нержавеющей стали, толстые, ощущается достаточно тяжелыми, хотя вроде бы вызванными. Вполне так вроде бы и неплохо. Вот, но, в принципе, понимаете, то есть понятное дело, что от работы аксислока на недорогом китайском ноже ты не ждешь того, что будет от бенчмейда. Вот, но в этом смысле, тем не менее, все работает. Ну, вполне приемлемо. На самом деле, такой прикольный по-своему ножик. Что мне прям сильно в нем нравится, так это обрез ножа. Чел такой вот есть, как бы в хватах он такой вполне комфортно ощущается. То есть, на первый взгляд, вообще прям действительно все здорово. То есть, из таких недорогих нынче ножей, как сейчас принято, многие любят вот такого вот сегмента. Вполне такой любопытный ножик. Посмотрим, может даже потестим. Ну или может быть аукцион. Кстати, пишите на самом деле, если может быть кто-то бы его хотел купить, так, за недорого с аукциона у меня на канале, то пишите. А если кому-то интересны тесты, то тоже об этом пишите. И пишите, какие бы тесты вы хотели увидеть, учитывая, что это такой достаточно скромный нож, не лом. Экстремальных тестов тут не будет, что бы вы хотели по его поводу узнать. Ну вот как-то так. За связь большое спасибо компании Мегафон. Новосибирске, надо сказать, конечно, с помощью их скоростного интернета выкладывать видео я до дома таки не успею, прямо отсюда уже будет быстро. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.